Друзья, мы часто видим, здравствуйте, друзья, мы часто видим, что рядом с дорогой стоит машина и продаются овощи, фрукты, или просто какой-то ларек и вынесли стеллажи и продают овощи и фрукты. На самом деле это очень опасно для здоровья покупать эти овощи и фрукты на таких точках. От дороги такие точки торговые должны находиться не меньше, чем 250 метров. Почему это важно соблюдать? Потому что из-под колес машин летит пыль, в которой содержится свинец. Свинец накапливается в организме. Сначала он попадает на овощи и фрукты, и он проникает вглубь. Вы его не можете ни вымочить. Допустим, пестициды можно убрать, если замочить овощи и фрукты. Но свинец никак не убрать, если замочить овощи и фрукты. Даже если вы почистите овощи и фрукты, это не поможет. Поэтому свинец – это тяжелый металл, и он накапливается в организме. Из-за него можно получить очень сильные проблемы для здоровья, такие как слабоумие, выкидыш, гипертонию можно получить. Можно непонятно почему худеть и терять вес. Можно потерять слух, можно приобрести головную боль. Поэтому всем желаю, друзья, чтобы вы покупали овощи и фрукты в проверенных местах. И также в палатках или с машин, которые находятся 250 метров, не меньше, от дороги. Всем желаю здоровья, счастья хорошим людям, не болеть и следить за своим здоровьем. Друзья, очень приятно было вам сообщить эту новость. Подписывайтесь на мой канал.